Откуда здесь эта тачка? Ребят, зацените! Это слизь! Я превращаюсь. Что это такое? Можно его найти. Так, следы прекратились. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Побежали, побежали! Офигеть, мы такое нашли! Внимание, ребят! О, Серега! Мы, короче, лазили по складу, нашли вот такую вот коробку. Мы будем открывать? Пацаны, ну тут какие-то ленты запрещающие. Чем открывать? Ну давайте что-нибудь другое найдем. Началось. Классный ролик. Та-дам! Это так, блин, пацаны, ну что-то стрёмное. Опали. Фотки, на которых что? Какие-то привидения. Да не надо. Пожалуйста. Это же так интересно. Наверное, в этом блокноте столько всего написано. Держи. Держи, держи. Ты испугался. Будет весело. О, какая-то тачка. Знаешь, Серега. Блин, походу, этот дневник принадлежал, как их ловить. Короче, много всего. Помогите скинуть мусор. Погнали! Себе. Откуда здесь эта тачка? Это же логотип. Обалдеть. Да, это же одежда охотников за привидениями. Сегодня мы будем охотниками за привидениями. Орудование. Обалдеть. Ой, не, пацаны, я поехал домой. Подожди. Вообще для чего? Так, сейчас я в книге посмотрю. Это чтобы ловить призраков. Клюваешь так, там могут призраки быть вообще-то. Ну вот вы как придумаете что-нибудь, какой фильм? Оборудование, чтобы их ловить. Конечно, это круто. Сами станем профессионалами. Ну что, переодеваемся? Погнали. Могут вселяться в людей. Да, Кобяков? Особенно в трусливых. Сейчас быть. А, да, я буду, конечно. Я выезжаю уже. Да. Едем. Я поеду домой. Я не хочу ехать никаким привидением. Работает вот эта вот штука? Нет, потому что это страшно. Серега, ищи адрес, где есть привидение. Это ли вообще тачка? Эть, мягко, просто как будто в кинотеатре сижу. Во, удобно, да? Можно взять, полежать здесь. Ха, пацаны, я ключи нашел. Нашел место. Можем заводиться и ехать. Ну что, ребят, не поехали, надо. Поехали, 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 Кобяков, поехали. Будет. Сережа, аккуратно клади вот эту штуку, чтобы ничего не вылетело. Так. Перед тем, как мы продолжим, у меня очень важненькая новость. Блин. Одна из них гласит, на земле остались незаконченные дела. Призракам на самом деле будет полная скука. Все призраков пугаются, не хотят с ними дружить. Ребята, я за вас, если честно, немного волнуюсь. Способы перепробовал. Дело получается незавершенное. Нажми на нее. Закончи, наконец, это дело. Найти эту кнопку, наконец-таки. Сделать ее серой. Привидение. Как жутко этот дом выглядит. Такие, это протонные блоки. Что такое? Ну вообще, это такие пылесосы, которыми ловят привидения. Точно никуда не пойду. Да мы просто сходим и все проверим. Беков, если ты пуська, то оставайся в машине, а мы все сходим. Как всегда. Ой, пацаны, мне кажется, без этого нытик. Так, твое. А это вроде было написано, что ловушка для призраков. Призрак засасывается сюда. Ого себе. Было. Не, ничего, ничего, просто пластмассовые пылесосы. Ничего себе! Ребят, зацените! Это слизь! Я превращаюсь. Привидения не разговаривают, поэтому... Глен, хорош прикол. Она как-то связана с привидениями. Пацаны, кстати, забыл. Так, вроде бы ничего не вижу, никого нету. Все окей. Готовы? Какое стрёмное место! Не трогай. Так, пацаны, тихонечко осматриваемся. Но они по-любому здесь должны быть. Глен! Кот! В ту комнату. Окей. Если что... Я буду кричать. Какое место! Короче, максимально странное. Так, здесь ничего интересного. Идем к Гленту. Обманываешь, это ты? Нет, я вот все. Ладно. О, пацаны идут. Сейчас я их пранкану. О, я чуть в тебя не спульнул. Так поэтому я и сказал. Ребята, короче, пацаны ушли минут 5 назад, чтобы привидения меня здесь не достали. Не приведет. Страшно. Дом жутко выглядит. А, пацаны!
успокойся. Пацаны, там такое было. Я видел его. Оно было на доме было. Так, погоди, какое привидение? Я видел привидение на доме. Это я все? Сидел в машине, я выбежал, а там привидение на доме. Что непонятного, Влад? Я вам такое? Серьезно говорю, я вам говорил, все будет плохо. Против привидений. Пушки, наклейки. Пацаны, хорош болтать, у нас еще два этажа впереди. Каких? Так это он, может, с тобой перепутал? Может быть, в середину колонны. А мы пойдем дальше искать привидений. Есть. Еще и темнеет потихоньку. Так, охотники, убедимся, что никаких привидений не существует. А по-моему, звучит как вызов. Ну не знаю, блин. Боишься? Ты что? Нет, конечно, я за вас боюсь. А вот я боюсь. Ладно, план класс. Туда, куда-нибудь. Ой, ну не знаю, блин. Мое светлое место. Плохо это закончится. Странное место. Блин, и почему-то повсюду камеры. Чем холоднее температура, тем больше шанс. Так, здесь холодно. А здесь температура. Но привидений вроде нет. У меня есть оружие. Так, что-то в этом доме неладное. Ребята, я уже 20 минут хожу по этому дому. Трубы, картины. Лампочка работает. Больше света нету нигде. Ладно, без паники. Надо осмотреться. Ладно, лучше это не трогать. По-моему, это кухня. Да, это точно кухня, ребята. Я пока стоял, можно начертить круг вокруг себя. Соль. Соль. Пускай ищут кого угодно, а я начерчу круг. Так, соль есть. Камин. Еще выставляли свечки, поэтому тоже захвачу их с собой. Идеальное место. Ну что? Я такое в фильмах видел. Так. Прихватил с собой. Я не знаю, чем занимаются. Его вроде нету. Чувствую себя спокойно и безопасно. Закончится. Ладно, приехали уже, значит... Это что? Блин, соль закончилась. Что это такое? Каких-то привидений. И верят в это. Ну, конечно. Кобяков на кухне. Кобяков! Я иду. Кобяк! Ты что такое? Ну где ты спрятался? Странно, никого нет. Ты меня пранкануть. Может, это вообще умный дом? Свет, включись! Свет не включился и... Смотрите, какие это следы! Там можно его найти. Так, следы прекратились. Так, Кобяков, если это ты, признайся. Не подходи. Только что пристрелил свое первое привидение. Нужно срочно предупредить пацанов. Эти очки позволяют мне видеть в темноте призраков. Дневники, которые мы нашли. Слышите? Посторонние существа? Попробуйте с ними заговорить. Это я. Меня зовут Серега. А вас? Голосов. Ну что, сейчас самое время надеть очки. Давайте поговорим. Меня зовут Сергей. А вас? Что это? Мне показалось, она двигалась. Говаривает с призраками. Значит, они меня услышали. Влад! Кобяков! Глен! Слышу Серегу, надо скорее идти и искать его. Вы же тоже это слышали? Они пришли за мной! А может бояться? Что-то происходит! Я встретил привидение! Как себя чувствуешь? Нормально, все хорошо, это я. Существует, я их видел. Ладно, пацаны, собрались. Кобяков. Так вот же он, Владос! Все хорошо. Давайте останемся здесь навсегда. Вообще не хотел сюда ехать, а сейчас предлагаю остаться. В дневнике было написано, что они могут вселяться в людей. Да! Остаться здесь. Так. Смотри, тихо. У меня было после того, как я призрак. А ну, Серега, быстро. Мало ли, что он еще учудит. Призрак, лучше не шевелись. Под него положить эту ловушку. Так, давай. Глен, ты готов? Да. Серега, ты готов? Ловушка. Ребята, я последнее, что помню, это какой-то... Вселился призрак! Настоящий призрак, ну не переживай, он вот здесь. Я нашел спиритическую доску, пойдемте с ними поговорим. Духи этого дома, простите нас. Они тебя и так слышат? Ну конечно, мы к ним в дом ворвались. Призраки, вы здесь? Глен, главное, расслабься. Так, значит, все получилось. Так, какие у нас еще вопросы? Духи, скажите... Это не я. Л.Л. Призраки, а мы нарушили ваш покой? Так, рано мы спрятали пушки. Просто уйдем. Так, не... И что делать? А что тогда с нами будет? О, Н, Е... Привет! Стреляй! Помогай, Кобяку! С
Серега, Сергей, закрывай! Закрывай, закрывай, закрывай! Валивать! Согласен, пацаны, я говорил. Может, здесь еще кто-то остался? Слушайте, вот смотрю я на машину, и мне кажется, что чего-то не хватает. Очистили этот дом от привидений. Главное, Серега, не нажми зеленую кнопку еще раз. Понравилось это видео? Поддержите нас. Лайк. Лайков, и может быть мы заглянем в Джуманджи? Плата 4. Глент, Кэтбик. Всем пока.